Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а знаешь, что это новый? Разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем учить именно ту песню, которую вы давным-давно меня просили в своих комментариях. Я все читаю, так что не забудь написать свою хотелку. Исполнительница Абрикоса, а песня называется «Влюбилась в друга». На самом деле, до этого момента я вообще не знала, что есть такие исполнители, авторы. Поэтому благодаря вам я узнаю что-то новое. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле. Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Да, высоковато немножко для моего голоса, приходится чуть-чуть пищать, но я надеюсь, вы сейчас поймете, о чем будет песня. Ты прикинь, он назвал меня абрикосой. Простите, мне почему-то очень смешно. Так, дальше. Что за бред? Ха-ха-ха. Ну, мне нравится. Так. Мы сидели с другом в патике на первом этаже. В портфеле шоколадка, Милка, Орбит и Дюшес. В районе, где не ловит ни связь, ни интернет. Разговоры по душам, и я скрываю свой секрет. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Вся песня у нас строится на трех аккордах, которые повторяются и в припеве, и в куплете. С них как раз и начнем. Первый аккорд, аккорд ЕМ. Мы с вами зажимаем первую струну на втором ладу. Далее вторая струна у нас идет на третьем ладу. И третья струна на четвертом ладу. То есть у нас образовалась вот такая вот лесенка. Дальше у нас с вами идет аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. И последний аккорд, аккорд С, мы с вами зажимаем первую струну на третьем ладу. И этот аккорд мы будем играть с вами два раза. То есть у нас получается ЕМ, Д, С, С. Скажу сразу, это не совсем оригинальные аккорды. Оригинальная песня звучит на тон выше. Если вы хотите звучать прям как оригинал, оригинальный, берете каподастер, ставите его на второй лад и готово. То есть у вас все эти аккорды будут звучать под оригинал. Но кому же удобно петь и без каподастера, пожалуйста, можете петь на тон как бы ниже. Вот. Вот, с этим разобрались. Если у кого-то до сих пор нет каподастера, во-первых, почему? А во-вторых, есть ссылочка у меня вот там в описании, зайдите или в комментариях, я оставила, где можно на Алике дешево его купить. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь давайте разберем чудесное вступление, где мы играем следующим образом. Эти все аккорды, которые мы сегодня узнали, да, Е, М, Д, С, С. Ну, давайте я ставлю, наверное, с каподастром. Мы можем играть по-разному. То есть мы можем играть 4, 3, 2, 1, когда каждый пальчик отвечает за свою струну. То есть начиная большой палец мы ставим на четвертую струну, и там все нотки подряд, вот эти все струны. Пожалуйста. Или же кому сложно, можете сыграть просто мягкий удар вниз один. Что значит мягкий удар? То есть мы не бьем, чтобы у нас все звучали струны одновременно. Нет. Мы делаем вид, как будто играем на арфе. Угу. Ну и третий вариант для таких профи. Йо-йо-йо. Мы можем сыграть 4-3 и вторую и первую струну вместе. То есть получается... Вне зависимости, какой вы рисунок в правой руке вы возьмете, мы это будем играть один раз на один аккорд. Это у нас играется и во вступлении, и в первом куплете. Поэтому сейчас покажу, как у вас будет звучать вступление для начала. Прикинь, он назвал меня абрикоса. Что за бред? Ну, мне нравится.
Это у нас было такое чудесное вступление. Какая актерская игра-то, прям аж мама дорогая. Дальше что мы делаем? Берем, играем первый куплет, в зависимости от чего, какой вы взяли рисунок. Или вообще вы можете заморочиться, вступление сыграть, например, вот так вот, а в куплете сыграть, например, вот так вот. То есть разные техники используем при этом. Мы сидели с другом в падике на первом этаже, в портфеле шоколадка, Милка, Орбит и Дюшес. В районе, где не ловит ни связь, ни интернет, разговоры по душам, и я скрываю свой секрет. Ничего не понятно, Дарь, давай еще раз. Угу. И... Мы сидели с другом в падике на первом этаже, в портфеле шоколадка, Милка, Орбит и Дюшес. В районе, где не ловит ни связь, ни интернет, разговоры по душам, и я скрываю свой секрет. Дальше у нас с вами идет чудесный припев. В оригинале она поет очень высоко, поэтому я не знаю сейчас, как пойдет. Может, я вообще внизу куда-то иду, а может быть, буду пищать, как мышь. Смотри, мышь и глистая. Но зато я знаю, что мы будем играть в правой руке. В оригинале мы с вами играем вашу восьмерку, но переживать не стоит. Давайте сейчас объясню и дам еще ультра альтернативные варианты, какие вы можете использовать. Восьмерка у нас звучит следующим образом. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Мы этот бой будем делить аж на два аккорда. За первым аккордом мы играем просто вниз, вниз. На второй аккорд мы играем вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть получается так, с аккордом ЕМ. Вниз, вниз, на аккорд Д, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И на аккорд С получается полностью играем. Это по оригиналу звучит. Вы можете взять любой другой рисунок, который умеете играть. Ту же самую пятерку, шестерку, четверку, да хоть один удар вниз, пожалуйста. То есть все просто зависит от вас, от ваших умений. Что можете играть, то играйте. То есть вы можете сыграть, конечно, так. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировал Инстаграм, чтобы я не лезла. Или там. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировал Инстаграм, чтобы я не лезла. Или там, не знаю. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. И так далее. Ну, давайте соединим с оригинальным боем, как у вас будет выглядеть припев. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить о чувствах, как и Сеним. Я влюбилась в друга без всяких объяснений. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить о чувствах, как и Сеним. Я влюбилась в друга без всяких объяснений. Так, давайте теперь соберем первый куплет и припев. Мы сидели с другом в падике на первом этаже, в портфеле шоколадка, Милка, Орбит и Дюшес. В районе, где не ловит ни связь, ни интернет, разговоры по душам, и я скрываю свой секрет. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить о чувствах, как и Сеня. Я влюбилась в друга без всяких объяснений. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить о чувствах, как и Сеня. Я влюбилась в друга без всяких объяснений. Далее у нас идет с вами второй куплет. Второй куплет играем аналогичным образом, как играли первый. То есть просто играем или так, или так, или так, как хотите. Сразу покажу, как у вас получится. Заметался пожар голубой, сердце отличается ударов частотой. Я хочу этот момент сохранить стикером в сообщениях с отметкой «Избранные». Друг друга говорит о девушке, в которую влюблен. Я смотрю и не врубаюсь, он вообще о ком. Учащается пульс, сердцем током бьет. Вот он произносит имя, но не мое. Серьезно? Влюбиться в друга? О чем я вообще думала? Какая дура! И пошел припев. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить о чувствах, как Есенин. Я влюбилась в друга без всяких объяснений. Я хожу по тротуарам и подъездам, заблокировав Инстаграм, чтобы я не лезла. Хочу говорить о чувствах, как Есенин. Я влюбилась в друга без всяких объяснений. Примерно таким образом будет у тебя выглядеть песня. Как видите, несложно. Типичная постановка. Первый куплет, припев. Второй куплет, припев. Ну, а если у тебя остались какие-то вопросы, то обязательно чекай на тайм-код. Ну, или в описании зайди в навигатор. Там все написано. Или просто напиши в комментариях, я постараюсь на все это ответить.
Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И, возможно, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку. Кто знает? Также хочу напомнить, что я твой самый лучший укулеле друг, поэтому ты можешь мне показать все свои труды и старания. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в инстаграмчик. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. А если вы хотите мне помочь в финансовом плане, то можете приобрести у меня сборник или мерч, или достаточно задонатить любую сумму на Донат Алерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.